касательно применения вот такого вот двойного блока руками или вот такого чисто рефлекторного, неважно, или это карате, или это кунг-фу, самооборона включает в себя различные техники, различные методики обучения, применения в реальном поединке. Так вот, по поводу вот такого вот двойного блока руками. Вот этот вот железный шест, это будет рука противника, нападающего на меня, наносящего мне удар. Первое, что мы делаем, мы уходим с линии атаки, блокируя вот так вот руками атакующую руку. Его удар уходит в сторону. Вот смотрите. Раз. Удар ушел. Теперь или этой левой рукой, или правой рукой я опускаю руку противника вниз, наношу ему ответный контратакующий. Или же чисто рефлекторный вот такой вот блок, когда руки скрещены, чисто рефлекторный блок, правой рукой уносим, и вот тут у нас включается прямой удар из техники, из школы Винчун. Держись, не падай. Рефлекторный блок. Уносим. Один, второй, третий, четвертый. Допустим. Да елки-палки, держись. То же самое с этой стороны. Рефлекторный блок вот такой вот. Ап. Рука ушла в сторону. Нанесли удар. Ап. Рука ушла в сторону, отвели противника, нанесли удар. Вот такой вот прямой или вот так вот, кому как удобнее. Здесь нет определенного правила, определенного требования или критерия, как нужно наносить удар. Наносите так, как вам удобно. Раз, рефлекторный сбив, ушел, увел руку противника. То есть, когда он вас бьет, вы вот таким вот рефлекторным блоком сводите его руку вперед, мешая ему его же рукой нанести вам следующий удар. И что у нас получается? Ап, унесли руку, нанесли удар. Или же вот так вот. Ап, ушел. Ап, развернул. Вот, пожалуйста, хап, рефлекторно, развернул, нанес удар один, нанес удар второй. То же самое касается двойного блока руками. Раз, рука увела, наносим такой вот удар, наносим ребром ладони, или же прямой удар чисто костяшками пальцев. Раз. Два. Держись, не падай. Раз. Два. Да елки-палки, не падай, а. Держись крепко. Рефлекторно. Ушел. Нанес удар. Как вы видите, очень просто. Я сейчас покажу. Берем вот так вот железную трубу. Закрепляем ее на дереве между покрышкой и ветками, и получается вот такой вот походный тренажер. Ну, только ленивый скажет, что у него нет возможности заниматься, нет возможности построить себе тренажер или еще что-нибудь. Точно так же мы можем работать и без деревянного манекена, с вот так вот железной трубой. Вот, в принципе, и все.